Всем привет, с вами Некромаш, и решил я снять такой маленький ролик, потому что вышло обновление в этом самом Once Human, и добавили русский язык. Попробую показать, как это сделать. Первый способ самый легкий, то есть если у вас аккаунт в Steam, и вы играли игру в Steam, просто заходите вот сюда, да, заходите на, ну, в свою библиотеку, выбираете игру Once Human, правая кнопочка, свойства, раздел общее, язык русский ставите, запускаете игру. Она, по-моему, если правильно помню, она там обновляется, делает рестарт, и у вас появляется русский язык. Вот сейчас продемонстрирую, как бы, хотя сейчас, минутку, так как и у меня еще другой есть. Сейчас, погодите. И вот видите, тут все на русском. Ну тут тоже будет сейчас немножко на английском, но вот видите, тут все на русском, видите. И в самой игре все на русском. Я уже игру сму, не буду запускать. Но вот делать, если вы, как и я, играли эту игру раньше не через тот самый Steam, а играли через этот самый, через официальный лаунчер. То есть вот сейчас мы запустим, да, посмотрим, у нас скорее всего будет английский, потому что я сейчас ее переустановил у себя. Ну, тут все будет на английском сейчас. Смотрим. Вот, 3 минуты. Блин. Сейчас подождем. Тут обдумывать. Извиняйте. Потерпите. Ну то же нам придется, ребята, немножко поработать своими ручками. Sweet hearts that racing.
ну, игра сама делает рестарт. Сейчас опять все проверить миллион раз. И видите, все на английском, да? Сейчас мы не потерпеть. Ну тут опять будет типа, как всегда, настройки типа. Ай, фирм. Тут сейчас я не буду копаться потом. Ну вот, видите, тут все на английском, да? И тут то же самое. Только можно увидеть, что мой вот персонаж. Вот. Что делать? Как бы. Нет русского языка, да? В самом лаунчере тоже нет таких настроек. То есть тут, видите, тут нету, да? Если заходите вот сюда, настройки, да? Вроде бы стоит русский, но это русский не игры, а именно самого лаунчера. Вот, и я как бы вначале думал, что мне придется играть по новой, начинать по новой, то есть скачать стимовскую версию и через Steam играть уже на русском. Но есть решение. Так, минутку, сейчас. И решение вот какое. Заходим туда, где вы устанавливали свой Bones Human. У меня он в диске C, Games, вот папочка Bones Human, да? Здесь находим вот это вот, то есть Bones Human Exe. Жмем правую кнопочку мышки. Ну, у меня тут 11, да, поэтому надо делать вот такое. Заходим в Properties. Так. Видите, где тут? Ой, не здесь, а куда тут? Я забыл. Сейчас, погодите. Блин. Ай, не то дело. Извините, забыл. Короче, нажимаете правой кнопкой и делаете не property сначала, а show more и создаете. Вот, create shortcut, создать ярлык. Нажимаете. И у вас должна появиться вот здесь, в самом низу. Видите, вот создалось это самое ярлык. На него жмем правой кнопкой. Жмем свойства, или если у вас русский, либо английский properties. Вот. Что-то я не понял тут. Я ждал, что тут происходит. Так, снимаем это. Ой, блин. Не, погодите, что-то у меня не то получается. Так, убираем это тогда. Сейчас. По-моему. Так. Сейчас, минутку. То будет. Что-то
что я тут напутал, походу. Погодите, давайте это удалим. Еще раз. Вот, я понимаю, что многим покажется, что я тут какой-то этой страдаю, да? Create shortcut. Так, давайте отошлем его в этот самый, где тут, Sentiu Desktop. Вот. Сюда жмем правой кнопкой, и либо свойства, либо properties. И вот у нас появляется, видите, такая строчка Target. Вот. Идем до конца. Делаем пробел и вставляем вот такую строчку. Там, конечно, вам не будет видно, но это все будет написано в этом. Будет прикрепленный комментарий, там увидите. Делаем apply. Окей. И опять запускаем игру. Yes. И, как видите, у нас все на русском. И мой персонаж, мои чертежи, все мое как бы сохранено. Ну тут опять он не страдает. Выбираем вот этого персонажа. Подтвердить. Войти в игру. Сейчас загрузится. И, как видите, все на русском. Вот, видите, все переведено. Ну, перевод, конечно, там такой своеобразный, но все же, как видите, на русском, не на английском. Вот так вот. На этом все. С вами был Некромаш. Игра Once Human. И мы посмотрели, как сделать русский язык в игре. Всем вам удачки, здоровья, приятной игры и пока-пока. До новых встреч, все ссылочки в описании.